Днем воспитателя мы вас поздравить рады. Вы трудитесь, не требуя награды. Вы учите нас кушать, умываться, мыть руки, чистить зубы, одеваться. Вы учите лепить и рисовать, быть вежливыми, взрослых уважать. Ваш труд бесценен, это понимаем, и потому от сердца поздравляем. Желаем вам любви, удачи, счастья. Пусть в жизни все всегда идет блестяще. Любое дело пусть вам удается, легко вам, замечательно живется. Ежегодно 27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений. Дети – это наша радость и наше будущее. Малыши растут, и для многих ребятишек детский сад становится первой ступенькой во взрослую жизнь. И не зря воспитателей зовут вторыми мамами. На них лежит огромная ответственность. За каждым нужно присмотреть, обеспечить безопасность, успокоить, пожалеть, а иногда и поругать. Поэтому в эту профессию идут люди с добрым сердцем и искренним. Любовью к детям. Нравится в саду? Да. Кормят вкусно? Да. Ага. А что больше всего в садике любите делать? Играть. Играть? А заниматься нравится? Да. А воспитатели добрые? Не ругаются? Дружба не пойдя. В нашем округе на сегодняшний день 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Самые молодые из них – это детские сады «Умка» и «Тигренок». В 2021 году планируется открытие нового детского сада по улице Кирова, 99, на 230 мест. В этом году впервые пошли в сад около 1300 малышей, а всего в дошкольных учреждениях города 5858 воспитанников. Большие творческие коллективы педагогических работников обеспечивают сегодня обучение, уход и оздоровление будущего поколения. Это ни много ни мало 522 человека. 18 педагогов носят звание почетного работника образования. В детском саду трудятся по-настоящему творческие люди. Своих коллег с праздником поздравляют воспитатели детского сада номер 28 города Артема. Все мы такие разные, конечно, но есть у нас и общая черта. Мы создаем уют и радость детям, и этому вся жизнь посвящена. Неважно, дождь, туман или морозы, но ровно в 7 мы открываем детский сад. Дом оживает, свет во всех окошках, и каждый новой встрече рад. И пока звенит здесь детский смех, и от шума некуда деться, мы на свете счастливее всех, бережем мы дошкольное детство. Коллектив нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и выражает признательность людям, которые отдают тепло своих сердец нашим детям. Анастасия Абдулхалек, Денис Надельный, Светлана Нурик для телеканала «Лента».